Время идет, а Канеус все сидит себе и записывает видосы. Именно так сегодня, ребята, мы продолжаем проходить карты от подписчиков. И как вы уже можете видеть, у нас будет карта с модом Create. Давненько у нас их не было. Прошло, я даже не знаю, с последней карты около 2 месяцев. Я скучал по этим картам, поэтому сегодня мы поиграем в карту от чувака под ником Мараин. Я тебя помню, я уже играл, если не ошибаюсь, в 2 твои карты, поэтому спасибо тебе. Ну, ты, наверное, меня знаешь, он здесь это и пишет, поэтому да, спасибо тебе большое. Сегодня мы поиграем в эту карту, посмотрим, что здесь будет, наверняка какой-то паркур с креатом, поэтому, блин, я в предвкушении, надеюсь, вам понравится видос, вы поддержите вашим Лукасом вверх, и, конечно же, рандомный комментос залетает сегодня от Морти, который пишет: видео все продолжает выходить, а музыка не меняется. Окей, вы хотите новую музыку? Пожалуйста, сегодня у нас будет новая музыка. И вообще, не знаю, напишите в комментариях, хотите, чтобы я немножко поэкспериментировал с музыкой? Мы всегда можем вернуть старую, но, если честно, мне самому она уже начинает немножко надоедать. Поэтому, возможно, мы попробуем что-нибудь новенькое. Я не знаю, что сейчас играет на фоне, потому что я это вставлю на монтаже, но надеюсь, вам нравится. Что ж, ребят, давайте уже поскорее приступать. Я не могу, мне нужно играть. Ну, ты, наверное, меня знаешь по 3 предыдущим картам. А для тех, кто не знает, я Мараин. Погодите, 3 предыдущие карты. Я почему-то уверен, что играл в 2 твои. Возможно, 1 я пропустил каким-то образом. Но спасибо тебе большое, что делаешь для меня карты. И давайте, наверное, почитаем о карте. Я хочу узнать, что здесь будет происходить. Ну, что, как ты просил и как я обещал, сделал для тебя карту с модом Create. Здесь есть только испытания на ловкость и много паркура. Надеюсь, тебе понравится именно то, что я и люблю и хотел. Поэтому замечательно. И, конечно же, почитаем правила. На движущихся платформах на шифте долго не стой. Можешь упасть. Будь аккуратнее в некоторых местах быстрым. Будь аккуратнее в некоторых местах быстрым. Вот это я не понял, но окей. Ну и, как обычно, гейммод Adventure. Если готов, садись на белый пуф. Бери в руку, удаленную руку и нажимай на кнопку старт. Погодите. Это удаленная рука, то есть я сажусь сюда и нажимаю на эту кнопку. Вот как это работает, ясненько. Я-то даже не знал, что эта штука именно это делает, но ясненько. Так, куда-то... Где я? О, я уже вижу, там что-то происходит. Здравствуйте, спампоинт. Оу, мой любимый крей. Давайте чуть-чуть погромче сделаем, а то он мне тиховат. Ну что, друзья, вы готовы? Потому что я вам сейчас буду показывать мастер-класс по крейту. В принципе, первый прыжок довольно-таки простой. Второй прыжок довольно-таки простой. Вот здесь уже немножко посложнее. Для этого, я думаю, мы прыгнем в центр. Разбежимся, прыгнем в центр. И разбежимся и прыгнем. Окей, начинаем. Начинаем с легкостью, друзья. Давай, открывайся. Бум. Первый прыжок есть. Отлично. Второй, давай. Открывайся. Отлично. Сезам. Откройся, сказал. Сезамыч. Давай. Следующий прыжок. Найс. О, вот они, конвейерные ленты. Как же их обожаю, друзья, потому что по ним нельзя прыгать. Нажимаю на пробел, я не прыгаю. То есть по ним нужно только бежать. Я не видел, что она в другую сторону крутится. О, нет. Погодите. Мы начнем заново, да, со спаунпоинта. Окей, я не против начать заново, потому что это моя ошибка, я затупил, да. Но это мы быстро пройдем, потому что я уже все приноровился, я уже профессионал креатора, как вы, наверное, уже могли заметить. Поехали, давай, открывайся. Быстрее, камон, времени нет, давай. Ты тоже открывайся, давай, yes, nice. Раз, и последний прыжок, 2. Так, что мы должны сделать, простите меня? Как мне, каким образом... Походу, я должен попасть на вот эту платформу. Погодите, shift. Ага, я могу нажимать shift, чтобы остановиться, то есть... Сейчас, 3, 2, 1, вот сейчас, yes, что теперь мы делаем, куда, простите, вот сюда, погодите, вроде бы туда нам нужно было, но я немножко затупил, потому что я все еще не понимаю, куда нам, вроде бы туда, да, есть, отлично, найс, спаунпоинт. Фух, это было очень круто. Давайте немножко подглядим. Ай, не будем подглядывать. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Платформы, которые спускаются и поднимаются. А это что за частицы? Почему они голубые? Надо посмотреть. Ну, давайте посмотрим. Hello. Платформы, я вас жду. Поехали. 1, 2, 3, 4. Читы. Да, друзья, не 4, а читы. Настоящие читы. Окей, пробуем еще раз, друзья. Поторопился, но когда играешь с креатом, можно ждать всего, чего только захочешь. Так как здесь все непредсказуемо. Это вам не обычный паркур в Майнкрафте, поэтому я так понимаю, теперь... О, нет. Как? Погодите. Каким образом я должен... Я же не успеваю по прыжкам до туда дойти, чтобы... Или же тайминг каждый раз рандомный. А, вот это интересно. Погоди, давайте останемся на вот этой платформе. И теперь подождем. И теперь мы прыгаем вот сюда. Я немножко подгорел, но вроде бы вот эта штука меня потушит.
О, yes, точно. Это вентиляторы, которые сдувают воду. Nice, неплохо. Spam point. Это было очень забавно, очень необычно. Он специально сделал здесь воду, потому что так было и задумано, что я немножко подпалю себе одно место. А spam point есть. Это еще что такое? Что это капает? О, замедленное падение. Это зелье? Как он сделал так, чтобы... Как он это сделал? Погодите. Замедленное падение. Куда мне, простите, надо? Так. Мы летим сюда. Я так понимаю, теперь вот... О, он не работает. Черт. Погодите. What? Что я делаю? Я сам не понимаю, но я что-то делаю, друзья. Самое главное, что я что-то делаю. Теперь я думаю, мы... Почему они останавливаются? Или... Раз... Лети, лети, лети. И два. Yes! Окей, с первого раза. Spam point. Поехали. Что у нас здесь? Закрывающиеся, открывающиеся штуки. Давайте встанем вот сюда аккуратно. Теперь хоп. Оп, теперь вот сюда. Блин, как круто, друзья. Нужно ровно вставать туда, где нас не столкнет. Это очень забавное испытание. Похоже на реальные испытания, знаете, из этих телевизионных шоу, где проходят всякие различные вот эти вот преграды. Даже не знаю, даже не вспомню ни одного названия такого шоу, но вы прекрасно... Стоп. А я понял, что нужно сделать, я понял. Смотрите, мы идем вот сюда, теперь нужно запрыгнуть на эту синюю штуку. И теперь вот сюда. Ребят, я же профессионал. А это что? Что здесь происходит? Что здесь происходит? Почему они не двигаются? Я что-то боюсь, друзья. Я думаю, что сейчас что-то произойдет. Ну да ладно, просто пропаркурим, наверное. Вау. Ну, я даже не знаю, что сказать. Можно просто я промолчу? Пожалуйста, близ. Окей, поехали заново. Я извиняюсь, но... Ну, поторопился, как это обычно и бывает. Сканелся. Так, сюда, давай. Надо было сразу пробежать, но ничего страшного. Теперь вот сюда. Давай. Come on. Окей, ребята, я снова здесь, наконец-то. Так, давайте мы... Это что, конец, что ли? Погодите, нет, не может быть. Не может быть, что это конец. Так, одну секунду. Нужно сделать еще раз прыжечку. И еще раз, yes. Оу, как? Погодите, такое можно сделать в Create? Я первый раз такое вижу. Как у нас сделать такие? О, сорян, немножко попортил. Кей, молодец. Так, бум. Походу я прошел карту. Черт, как же хотелось еще попроходить Мараин. Спасибо тебе большое. О боже, как громко тут, друзья, как громко, но... Блин, я обожаю карты с Креатом, друзья, я просто их обожаю. Можно потише, пожалуйста, боже мой. Короче, друзья, мне хотелось продолжать проходить, поэтому, Мараин, если ты в следующий раз мне сделаешь еще карту, сделай ее просто подлиннее. Будет супер интересно проходить побольше, но это точно конец? Точно, вроде бы, да? Окей. Поэтому, я думаю, самое время, конечно же, здесь все взорвать. Правильно, друзья, time set day, и мы выходим в креатив, и, конечно же, мы быстренько подорвем. Ну да, в принципе, вот они все испытания, мы идем вот такой петлей и возвращаемся вот сюда. Боже мой, у меня лагает Майнкрафт из-за... Мне нужно остановить фейерверки, мне нужно их остановить. Как их остановить? О, я их остановил, боже мой, спасибо. Ночь специально сделалась, потому что, чтобы фейерверки было видно. Я понял, друзья, все понял, окей. Самое время подорвать всю карту с Креатом, конечно же. Мы делаем нашу любимую команду Фил. Теперь вы знаете прекрасно, что я не использую просто TNT, который я ставлю руками и потом взрываю. Нет, так неинтересно. Интересно, когда делаешь примерно вот такое. Бум, бум. И теперь мы берем Falinton Steel, поджигаем. А, уже все готово. И, да, друзья, минус карта. Ну, что я могу сказать, это было супер интересно. Хотелось даже больше такой карты, потому что все было сделано очень круто. Оу, интересно. Она продолжит крутить? Нет, не продолжит крутиться. Да, именно так. Поэтому я надеюсь, вам понравился видос. Вы поддержите вашим пальцем вверх, если вы мне сами хотите сделать карту. Почта, как всегда, в описании. Подписывайтесь на канал, жмите колокольцы, чтобы не пропускать новые видосы, которые выходят здесь каждый день. С вами был Кекс. Всем пока.